Здравствуйте, меня зовут Зиновьева Мария. Я педагог-организатор Дворца творчества Преображенский. Вместе с моей семьей мы сделали серию роликов «Давайте учить глаголы вместе». Эти ролики будут полезны как и детям с особенностями развития, так и нормотипичным сверстникам. Для того, чтобы выучить новое действие, вам нужно включить ролик, посмотреть его, повторить изучаемый глагол с ребенком несколько раз и потом спросить, что происходит на экране. Если ребенок еще не говорит, вы можете напечатать или написать различные действия на карточках. Например, если перед вами демонстрируется, что кто-то едет на велосипеде, вы пишете на одной карточке «едет», на другой «спит» и на третьей «рисует». Кладете карточки перед ребенком, показываете ролик и в этот момент спрашиваете у ребенка, что делает. И ребенок должен вам дать нужную карточку. Если не дает, то, конечно же, ему помогаете сначала. Вот. Также очень-очень важно, чтобы все эти действия вы отрабатывали, закрепляли и в реальной жизни, не только на роликах или на экране. Для этого, например, вы, когда режете хлеб, вы спрашиваете ребенка, что я делаю, да, или что делают, что происходит. И ребенок должен вам сказать: режешь. Если он не может назвать, вы тоже ему подсказываете, помогаете. Очень здорово, если бы это будет происходить несколько раз, тоже для того, чтобы ребенок смог это усвоить. Мы очень надеемся, что вы выучите новые действия, новые глаголы, что наши ролики будут для вас полезными. Всего хорошего! Всем привет! Я Маша, а это... Куша. И мы приготовили для вас небольшой курс по изучению глаголов. Давайте учить вместе. Едет. Трактор что делает? Что делает? Дядя что делает? Пьет. Тетя что делает? Мальчик что делает? Бабушка что делает? Спит. Что делает мальчик? Что делает тетя? А что делает бабушка? Ест. Бабушка что делает? Что делает девочка? А что делает мальчик? Давай повторим, какие слова мы выучили. Едет. Пынута. Пьет. Шапыта. Спит. Нашита. Ест. Молодец. Давай проверим, ты все запомнил. Мы уверены, что вы отлично справились. Если вам понравилось, ставьте класс. Ждем ваших комментариев. Всем пока! Пока. Всем пока. Мы подготовили для вас вторую серию глаголов. Да? Режет. Что делает мальчик? А что делает бабушка? Тетя что делает?
Моет. Что делает бабушка? А что делает тетя? Что делает мальчик? Открывает. Что делает? А что делает мальчик? Бабушка что делает? Вешает. Что делает тетя? Что делает бабушка? А что сейчас делает мальчик? Давай повторим. Ты все запомнил? Режет. Дальше. Моет. Дальше. Открывает. Вешает. Проверим. Пока. Пока. Всем привет! Мы подготовили для вас третью часть. Третью. Давайте учить глаголы вместе. Надеемся, что вам понравится, что мы будем полезными. Будем очень ждать ваших отзывов. И, может быть, вы напишите, какие глаголы вы хотели бы учить, и мы по возможности запишем и включим их в следующий ролик. Начнем? Включает. Что делает бабушка? Что делает? Что делает мальчик? Несет. Что делает? Что делает Кирюша? Что делает бабушка? Чистит. Что делает? А чем занимается мальчик? Бабушка что делает? Надевает. Что делает бабушка? Что делает? А что делает мальчик? Давай повторим глаголы. Читай. Несет. Несет дальше. Несет. Чистит, молодец. Включает. Включает. Надевает. Надевает, молодец. Давай пять. Проверим.
Всем пока. 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 До следующего выпуска.